Всемирная хоровая олимпиада стартует в Сочи 6 июля. На курорт приедут более 12 тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех континентов. 10 дней на лучших концертных площадках города посоревнуются 283 хора из 36 стран мира. Артисты и зрители смогут принять участие в интересных конкурсных состязаниях. На 9 концертных площадках Центрального и Адлерского района пройдут гала-концерты с участием 2500 артистов. Церемония открытия и закрытия состоятся в Олимпийском парке в Ледовом дворце Большой. Во время старта игр запланирована колокольная церемония. Прозвучат 5 ударов колокола, символизирующих 5 континентов нашей планеты. А завершением всемирных хоровых игр станет парад нации. Шествие пройдет по центральным улицам Сочи 12 июля. Для Краснодарского края хоровое пение и вообще искусство – это в душе. Мы сделаем, чтобы эти хоровые встречи были лучшие за все время проведения игр, потому что у нас по-другому нельзя. Уже начали у нас появляться микрорайоны города, хоровые коллективы, которые просто под открытым воздухом на порожках там театра или кинотеатра поют. Поэтому мы говорим: добро пожаловать в город Сочи, не пожалеете. И особенно не пожалеют те, кто приехал отдыхать, загорать на наших прекрасных сегодня новых пляжах, потому что они отремонтированы. Заодно, имея возможность оздоравливаться, подготавливаться к новому трудовому сезону, вот, еще и принимать участие во многочисленных культурных мероприятиях, во многочисленных спортивных мероприятиях. Вот не пожалеете, правду говорю.